Мир вашему дому! Сегодня по народному календарю православные христиане празднуют День Овсянки. По церковному календарю православная церковь сегодня чтит память апостола от 70 Архипа и Филимона и мученицы равнопостольной Апфии, преподобного Феодора Санаксарского, мучеников Максима Феодота и Сихия и Аскрипиодоты, преподобного Досифея Палестинского, преподобных Евгения и Макария, исповедников антиохийских, ученика преподобного Авы Дорофея, преподобного Рагулы Самосадского, мученика Дмитрия Волкова и другие православные святые имена, которые вспоминают в этот день. Поздравляем всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память ушедшего в мир иной.